Война, к сожалению, притормозила темпы ремонтных работ, но мы их продолжаем, несмотря ни на что. Планируем до середины июня закончить и приступить к следующему этапу. Теперь нам необходимо навести порядок. И здесь нам необходима помощь и поддержка всех участников и дорожного движения, и посетителей привоза. Парковаться вот так машины не будут здесь. Здесь будет выделенная полоса для общественного транспорта и выделенные полосы для автомобилей. Также будет устроено движение и по новощепному ряду. Только вместе мы сможем добиться порядка в нашем городе. И движение будет тогда абсолютно спокойным и доставлять удовольствие. Если же кто-то неправильно припаркуется или оставит машину, это будет создавать пробки и замедлять движение общественного транспорта. Я думаю, что нам всем пора научиться уважать друг друга.